23 сентября президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял участие в общеполитических дискуссиях в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе выступления Шавкат Мирзиёев представил свое видение и решение актуальных вопросов региональной и глобальной повестки. Главой государства был выдвинут ряд важных инициатив в вопросах глобальной и продовольственной безопасности, обеспечения прав и свобод человека, изменения климата, ликвидации нищеты и сокращения бедности. Мероприятие в связи с эпидемиологической ситуацией в мире впервые в истории прошло в формате видеоконференции. Примечательно, что впервые за почти 30-летнюю историю независимого Узбекистана глава государства выступил на узбекском языке. Хурматлы делегация рахбарлары, ханымлар ва джанаблар. Бош ассамблеяның 75-й сессиясы. Бірләшкен милләтләр ташкілаты тарихыда 1 мартта бүтінлі яңгі форматта. Коронавирус пандемиясы туфайлы онлайн мулакат режимыда болып отмақта. Мероприятие, посвященное выступлению и выдвинутым инициативам руководителя Узбекистана, было организовано на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате по инициативе ведомственной военизированной охраны АГМК и Центрального ремонтно-механического завода. В ходе мероприятия было заслушано выступление Шавката Мирзиёева, после чего заместитель начальника ведомственной военизированной охраны Данияр Хусейнов выступил на заседании, проанализировав 6 важных инициатив, выдвинутых президентом нашей страны на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Наш президент озвучил основные на сегодняшний день глобальные проблемы, которые касаются не только Узбекистана или, так сказать, Средней Азии. Эти проблемы касаются всего мира. Узбекистан жаһанның барча мамлекетләре белән кең күләмле ва өзара манфаатлы шәриклекне Бирләшкән Милләтләр Ташкилаты ва аның институтлары белән амали мөнәкәтне рәвәҗләндерүш өчен даим тайяр. Итибарларыңыз үшін рахмат.